Сорт томата гигант Зибенбургена. Это среднеспелый сорт томата. Он высокорослый. Высота этого куста может достигать до 1,80 м. Формировать обязательно этот сорт нужно, потому что мощные плоды не выдерживает куст. Надо подвязывать к опоре. И также обязательно требует посынкования. Наилучшие результаты этот сорт дает при выращивании в теплицах. Но результатом при выращивании в открытом грунте я тоже очень довольна. Этот сорт устойчив к заболеваниям, и также он не растрескивается. Сейчас взвесим томат. Этот массой 254 грамма. Но бывают и плоды до 400 грамм, очень крупные. Сейчас посмотрим, какой этот томат в разрезе. Вот такой вот мясистый, очень сочный, многокамерный томат. Его используют и для приготовления томатных соков, для консервации, для приготовления соусов, томатной пасты. И в свежем виде покушать тоже отличный сорт. Мякоть у него сладкая на вкус. Это арбузного типа томат. Я очень люблю этот сорт. Каждый год его выращиваю. Результатом урожая, качеством плодов я очень довольна. И вам всем советую, попробуйте вырастить его у себя. Будете очень довольны.